И там Тин-Тин, что такое? Спит. Это такая редкость. Вот это очень редкий кадр, что лисы спят вместе. Это не знаю, как это называется. Это лучше их сторожить. Все хорошо. Ну да, там кто-то разбирается. А что тут происходит? Я не поняла. Леон, кто на тебя напал? А? Леончик. Кто напал на Шломи? Давно Шломи не видела. Шломи, иди сюда. Сидит во дворе все время. Пойдем проверим. Шломи, куда ты пошел? Дай хоть на тебя посмотрим. А то мне говорят, где Шломи, где Шломи. Вот и Люция. Но вообще мы сейчас смотрим, вот у нас очень большой редкий кадр, редчайший. Лисы решили поспать вместе. Не знаю, к чему вы это. Подружились? Рыся к ним не пришла? У вас теперь новый друг есть, вот. Он охраняет ваш сон. Бубочки, да. Уйди, боже мой. Ой, потягуси. Ой, красивые. Что, вас можно уже не гладить? Вам вдвоем хорошо? Говорит, хорошо нам. Можешь не приставать. Я тихо не поглажу. Тихо, не можно я тебя поглажу? Ты валю. А ты что мне тут это самое? Я тихо не глажу. Тихо, не валю. Все, отвернулись. Тин-Тин говорит, я не общаюсь с вами. А Тиффани, между прочим, ходила на улицу, на пляж 2 дня подряд. Были Пасхи, у нас были праздники, и Тиффани ходила на улицу, а Тин-Тин я не брала. Иди, мой сладкий, вот. Вот так мы носик закроем. Вот так, будем спать. Вот такая у меня лиса сегодня, Халюся. Ты тоже хороший. Что за звуки? Я говорю, хороший, значит, хороший. Тихо, не всегда хорошая. Девочки есть девочки. Все. Я вам оставляю флешу вот на хозяйстве. Флешу, чтобы смотрел за лисичками. Чтобы спали смирно, не пищали, чтобы их никто не прогонял.